Канадцы стали замечать, что американские паромы буквально толпами возят туристов к Ниагарским водопадам. При этом в Канаде на 700-местное туристическое судно берут только 6 пассажиров. Там слишком многолюдно. Мы сфотографировали американский паром. Не думаю, что на таком судне безопасно. Здесь намного лучше. Когда смотришь, как по-разному заполнены суда, ты получаешь представление о Канаде, о нашем государстве и о том, как мы справляемся с пандемией. Американские паромы принимают на борт в 2 раза меньше пассажиров, чем до эпидемии. На веб-сайте компании написано, что на судах соблюдают меры безопасности, требуя от туристов надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Во время пандемии в США регистрируют примерно 120 случаев заболевания коронавирусом на 10 000 жителей, а в Канаде в 4 раза меньше.